центр «Салют». Восточный мост. Следующая остановка – улица Мещерякова. Следующая остановка – улица Циолковского. Театр танца «Гжель». Театр танца «Жизнь». Следующая остановка – Тушинская улица. Здрасте. Здравствуйте.
РЖД. Спасибо большое. Здравствуйте. Покровская, Глебова. Глебова. Следующая остановка – Покровская, Стрешнева. Пересадка на второй диаметр. Покровская, Стрешнева. Пересадка на второй диаметр. Следующая остановка – Пехотная улица, Институт аэронавигации. Выход к Стрешнева. Пересадка на Московское центральное кольцо и на второй диаметр.
Пехотная улица, институт аэронавигации. Выход к Стрешнево. Пересадка на Московское центральное кольцо на второй диаметр. Следующая остановка — улица Панфилова. Улица Панфилова. Следующая остановка – пищевой институт. Следующая остановка – гидропроект. Гидропроект. Метро «Сокол». Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Ожидая автобус, троллейбус или трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из стоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Площадь Марины Росковой. Следующая остановка – улица Лизы Чайкиной. Спасибо.
финансовый университет. Правды. Русская. Совет. Метро «Динамо» Южная. Следующая остановка – отель «Советский театр Ромэн». Отель «Советский театр Ромэн». Следующая остановка – улица Правды. Улица Правды. Следующая остановка – Белорусский вокзал. Конечная. Выход к метро «Белорусская». Пересадка на первый диаметр. Белорусский вокзал. Выход в метро «Белорусская». Пересадка на первый диаметр. Троллейбус прибыл на конечный пункт маршрута. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей. Не забывайте свои вещи в салоне троллейбуса. Всего вам доброго. Thank you.